Я сейчас иду в аэропорту. Это очень плотный день здесь в Донецке. Атмосфера весьма это просто страшно. Очень спокойно здесь, никому нигде. На улице просто везде никого нет. Потому что много слух, что наступающий скоро будет из украинской войска. Это даже предупреждал, что гражданский должен остаться дома. Здесь дома я даже не вижу никому. Вот. Тебя правильно зовут? Гриша на русском, может. Гриша? На английский это Грэм, но на русском Грэм. Это Гриша. Григорий. Да. Как раз Путина. Слышал о таком? Слышал. Когда я тут был, тут было все еще нормально. Ну да. Сейчас чуть-чуть по-разному. Со мной пойдешь? Конечно, покажу, где я с малым был. Даже не вопрос. Где нас ранило. Мы хотим до терминала, фикса. Донецкий аэропорт. Привет. Я наложил. Всего. Да. Это партизанка с самого начала. Мальчик, нужно на себе представлять. Это Мария. Нормально. Что? Можешь представлять себе имя, откуда? Да, меня зовут Мария. Я со славного города Зугреса. Я тоже из Зугреса. Что еще? Мы земляки. А сколько тебе лет? 17 лет. Мне тоже 17. 17 лет. Да. А сейчас, мальчик, на линии фронта война здесь. Да я вообще потерялась, я не знаю, пацаны прислали сюда, сказали сидеть. Говорят, он дали автомат, говорит, носи, только не потеряй, главное. А вообще я на штабе бумажки там заполняю всякие. А как ты решила, мальчик, становиться, ну, бойца ополчения? Я не могу мирно просто вот так вот спокойно сидеть и смотреть, как убивают мирных жителей. И я решила хоть какую-то каплю внести, помочь нашим братьям, хоть чем-то. Нашим родителям, родителям, нашим детям. Ну, у кого дети есть, тогда детям. Родители, чтобы в миру все жили, чтобы не страдали вот так вот от авиации всяких, там обстреляли. Чтобы дети маленькие не ходили, не говорили, там где-то стреляют. Мама бах, папа бах. И что делать? Ну, Маша, ты не лишь ополчение. Ты сейчас находимся на один очень весьма яростной позиции, очень яркой позиции на линии фронта. Почему решила, чтобы здесь точно? Давайте я немножко помогу вам. Можно? Вот на этих позициях, где мы держим, здесь. Маша здесь была изначально. Ее парень здесь погиб. Ее отец здесь погиб. И она опять сюда вернулась для того, чтобы все это держать.
Нам больно вспоминать, как ее парень погиб, как ее отец здесь погиб. Мы отомстим. Обязательно. Ни один укроп тут не пройдет. Поверьте мне. Мы все ляжем, но укроп здесь не пройдет. В честь и в память этих добрых людей. Мы слишком много прошли, чтобы идти назад. Заднюю никто не включит. Задней здесь ни у кого нет. Есть только вперед. Дайте только приказ, мы. Мы пойдем. Да, мы потому пойдем, что в это положим. Перемирие никто не верит. Маша, ты веришь? И мы не верим. Дайте приказ. Маша, консул, никто, ни один человек здесь не верит в это перемирие. У них идет полная передислокация, Грэм. Полная передислокация. Что буквально. Мой парень с пазаном Ялта выводил здесь группу людей. Последний бой у него был 30 сентября. Он погиб. Последний бой он вел людей сюда. Я покажу, где. Мы даже покажем, где это произошло. Его расстреляли с БТРа. Отец погиб от осколков, от танка. Вышел с РПГ, это было на моих глазах. Против танка, танк выстрелил, его осколком в шею ранило. Мы его оттащили, он не выжил. Ему шею перерубало почти до позвоночника. И всем пидорасам, укропам хочу сказать, ни одного, блядь, я в живых лично не оставлю. Я лично говорю, ни одного в живых не оставлю. Я отомщу за всех. Сколько наших здесь пацанов легло, за всех. И за любимого, и за отца. И за всех наших братьев, которые легли здесь. А чем ты занимался до войны, Маша? Обычно мирно жила. Работала, училась. Скажи, у тебя мирная специальность. Да. На которую она... А работала где точно? Она просто архитектор. Я учусь в строительно-архитектурном, еще не окончила даже. А город? Донецкий. Донецк? Да, в Донецке. А тебе 17 лет? Да, мне 17 лет. А мне 43. Мне 18. А мне 40. Вот парни 18. А мне 26. Всех возрастов. А мне 40. И я строитель тоже. Электросварщик, сборщик кованых фигур. Да. Не лезьте на нашу землю. Не мы надо. Защищаем Люш свою землю, все. Свой кусочек, мой свой родной. Это наша земля. Это наша земля. Да мы здесь рисуем. Мы здесь родились, мы здесь жили. Она нас воспитала, она нас родила, она дала нам жизнь. Здесь наши Эта предки земля. Жили. И а давайте наша... оставьте нам ее. Мы русские. Маша, как ощущение, что после того, как произошло, потерял парень, отец, как ощущение это? Печально? Не из самых приятных, но меня это не сломает. Я буду идти вперед до конца. Еще хочу передать большой привет всем, кто меня знает. Я всех люблю очень, особенно маме своей и своей второй маме. Это Ялтиной матери, Валентине Алексеевне. Я всех очень люблю. И скоро приеду в гости. Да? Сейчас кушать, да? Что? Сейчас покушать. Жареная картошка. Картошка фри. Жареная картошка. Плюс да, тушеночка. Вкусно? Вообще офигенно. Или тушеночка с вермишелью. Картошка чужая, не про. Я не знаю, чья это картошка, но я в нее ворвусь. Вам за картошку, нет, там осталось этого. Понял.